В общем, ребят, смотрите, цветную капусту немного отварили, буквально минуты две. Наливаем масло авокадо, вот такое вот масло. Все это дело жарим на сковороде. Я разогрел масло авокадо и добавил трюфельный гриб. А гарнирчик будет у нас эдамаме, вот такая фасоль. Все это дело переворачиваем, посмотрите, какие у нас будут стейки из капусты. О. Немного поливаем трюфельным маслом. Раскатали мы тесто, вот смотрите, просто вода и мука. Замесили, раскатали, порезали. Наливаю трюфельное масло, немного так. Обжариваем бобы. Солим. Аккуратно ножом вот так вот тесто берем. Раз. Отвариваем в подсоленной воде. Наливаем соус. И отварное тесто. Все мешаем. Тесто. Стейк из капусты. Бобы эдамаме. И поливаем трюфельным маслом.